Начиная с 20 февраля к нам в город приезжают волонтеры из городов-миллионников. Из таких городов, как Красноярск, Волгоград, Новосибирск, Москва, Казань, Самара. Для меня это очень хорошая возможность открыть себя в каком-то новом деле, посмотреть вообще то, на что я способен, и просто хорошо провести время. А в Уфе первый раз? Да. Вы знаете, в Уфе я первый раз. Мне очень нравится, понравился этот город. Он очень такой, знаете, просторный, обширный такой. Здесь вот меньше какой-то суеты, вот, которую я вижу в Нижнем Новгороде. План работы очень большой. Сопровождение команд-участниц. Это оказание помощи при таких церемониях, как открытие, закрытие, награждение. Это оказание помощи при транспортировке наших участников. Мы будем заниматься награждением. Будем таскать пьедесталы, расстилать ковры. В общем, делать всю черновую работу, которую не видно, но которая важна. Ну и, конечно, мы все сидим на телефонах. Нам позвонят, мы прибежали, мы помогли. Волонтер – это же доброволец. Универсиада в Казани ожидает, и то есть она нам тоже помогает развиваться как волонтерам. То есть это для вас репетиция? Да, по сути, да, какая-то репетиция универсиады, принести сюда уже свой опыт, который мы наработали непосредственно на универсиаде с волонтерами. Людей активных достаточно много в Новосибирске, по крайней мере, я знаю. Поэтому на вопрос, поедете ли вы в Уфу, я долго вообще не думал. Однозначно да. Волонтеры – это романтики, и они испытывают, наверное, надежды от каких-то приятных встреч. Наверное, еще раз убедятся в том, что начатые ими добрые дела, они не напрасны.